Ну, самое главное – это пропаганда бокса. Пропаганда бокса в системе МВД. Я думаю, что сегодня в этой аудитории было немало людей, связанных с системой, но были и люди, которые, для которых бокс интересен, и люди, которые просто любят бокс. Вот здесь были тренеры, мы со многими сейчас встречались, их знают в Твери. Были воспитанники школ бокса, юношеских, спортивных. Был тут первый тренировочный такой показательный бой между ребятами. Но это хороший вид спорта мужской, и, конечно, мы его популяризируем в нашей федерации. Ну и плюс это еще хорошая возможность получить такую, в общем-то, встречу с равным партнером. У нас сегодня в связи с расписанием соревнований чемпионата России первый состав не мог здесь присутствовать. Вот присутствовал второй состав. Мы столкнулись с такими довольно-таки серьезными противниками, особенно в тяжелом весе. Мы сейчас об этом говорили, но, конечно, еще буду посмотреть. Поэтому это очень хорошая возможность почувствовать подготовленность команд, школу. В прошлом году у нас были встречи в Москве с командой Узбекистана МВД, то же самое. А так мы регулярно участвуем в всемирных играх полицейских, в секциях бокса. И скажу, что всегда выглядим очень достойно. Результат не расстроил вас сегодня, общий итоговый? Ничуть, ничуть. Это ведь действительно было, в общем-то, такое дружеское соревнование. Мы его, не сказать, переносили, потому что Казахстан не мог выставить своих бойцов, у них их меньше. И мы подстроились под их график. И уж так получилось состав, поэтому я думаю, что здесь и тренеры не должны сильно переживать. Это нормальный, предсказуемый вариант. Что особенно понравилось, запомнилось вам с этих соревнований? Знаете, были красивые бои. Вот сейчас вручали как раз вот только что призы за такие красивые поединки. И что еще бы я сказал, вы знаете, все работали очень самоотверженно. Может, и вы обратили внимание. Никто не уходил от борьбы, каждый в меру своей подготовленности, профессионализма, но это видно было, что выкладывались. Соревнования были, мне кажется, удались в этом плане. Спасибо вам большое. Всего доброго.